В Твери сотрудники главного управления МЧС продолжаются на обработку социальных объектов. Дезинфекцию на прошлой неделе прошел железнодорожный вокзал. На этот раз специалисты наведались в здание Тверской филармонии и Комитета по делам культуры Верхней Волжи. Санитарная обработка проводится силами специализированной пожарно-спасательной части в рамках профилактики распространения коронавируса. Сотрудники МЧС обрабатывали специальными спирто- и хлоросодержащими растворами места общего пользования, входные группы, лестничные марши, поручни, перила и так далее. Все дезинфицирующие средства безвредны для людей, растений и животных.